Всем привет и доброе утро! Новый день, с вами сегодня встречают Екатерина Орлова и Дмитрий Доброхотов. Мы по вам очень соскучились, настроение у нас рабочее, так что просыпаемся! Есть мнение, что каждый день желательно узнавать либо изучать что-то новое. Это полезно для саморазвития. Этим утром мы познакомим вас со значением слова «мораторий». Слово означает отсрочку или воздержание от исполнения обязательств. Поэтому, если вы вдруг кому-то задолжали, можете сказать, что из-за обстоятельств на долг вы наложили мораторий. Ну а сейчас самые необычные и интересные новости со всего мира. В минувшие выходные в Приднестровье открылся сезон спортивной охоты на водно-болотную дичь. Подробнее об этом мы поговорим с нашим гостем, начальником отдела лесных ресурсов и лесного хозяйства Николаем Романовичем. Доброе утро. Доброе утро. Насколько нам известно, открылся он 17 сентября, да, получается, в субботу. Расскажите нам, до каких пор он продлится и что нужно сделать для того, чтобы поучаствовать в этом сезоне охоты? Этот сезон у нас самый длительный, он начинается у нас со второй субботы сентября и продолжается до последнего воскресенья января. То есть он у нас растянут и переходит на следующий год. Делается это для того, чтобы охотники при охоте на водно-болотную дичь охотились на так называемом пролете. То есть это утка, которая летит с северных областей нашей республики и из-за рубежа, то есть с областей Украины более северно расположенных. И получается по магистрали реки Днестр проходит пролет, и поэтому охотники вот именно в осенне-зимний период добывают вот эти виды дичи. Это у нас порядка 12 видов дичи водно-болотных, так скажем, там есть и утки, и различные виды пастушковых, нырковые утки, черки, и вот охотники вот в осенне-зимний период их добывают. Что нужно для того, чтобы получить разрешение и принять участие в охоте? Для начала охотникам необходимо иметь охотничий билет. Его можно получить в Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов, сдав специальный экзамен. Кстати, следующий экзамен у нас назначен через неделю, то есть это будет где-то 26-27 число. Кроме того, охотник обращается либо в районное общество с заявлением, ну, с заявкой о получении разрешения, либо в Министерство сельского хозяйства. На него выписывается разрешение на добычу вот этих вот ресурсов охотничьих, то есть водно-болотной дичи. И он, естественно, берет ружье и уже вперед на охоту. Есть ли какое-то ограничение по времени, то есть когда можно выходить на охоту? Или, в принципе, в этот период время можно суток. В любой день, в любое время суток выходить? Естественно, охота у нас запрещена в ночное время. Uh-huh. Охотники только в дневное, то есть они встают с утренней зорькой, выходят на охоту, ждут этого пролета и в течение дня могут охотиться. До захода солнца. Да, кроме того, у нас определены конкретные дни охоты, то есть это суббота, воскресенье для охоты безружейным способом. У нас есть такой вид охоты, правда, он не настолько популярен, то есть это охота с ловчими птицами. У нас разрешена безружейная охота в четверг и в пятницу, чтобы не пересекались сокольники с ружейными охотниками. А есть ли какие-то определенные отведенные места вот для охотников? Либо можно выходить в какую-то лесную зону поблизости? Вот, естественно, вот, хотелось бы особо отметить, что у нас есть закрытые для охоты зоны. Это зона Дикуль, остров Куца. Там очень редкие птицы у нас иногда находятся на перелете. Кроме этого, у нас есть зоны закрытые на острове Турунчук. У нас все это есть на сайте Министерства сельского хозяйства. Урочище Калак. Ержовская воспроизводственная зона, это Рыбницкий район, воспроизводственная зона в Григорьопольском районе, урочище Кот. Вот, на этих участках охотиться нельзя. Кроме того, охота по перу у нас производится не в лесных угодьях, а только на сельхозугодьях, на неудобьях, на различных местах, не входящих в государственный лесной фонд. Это сделано для того, чтобы в государственном лесном фонде не пугалась, ну, вот от выстрелов охотников, другая дичь, те же косули, которых у нас мы пытаемся охранять. Ну, во всяком случае, с информацией можно ознакомиться, да, на вашем сайте? Да, естественно, на нашем сайте официальном Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов мы постоянно выставляем информацию о сезоне охоты, о каких-то об изменении порядка охоты, о воспроизводственных зонах, о проведении экзамена. В общем, если охотник или кандидат в охотники интересуется вот данной документацией, он может посмотреть на нашем сайте всякую информацию. И у нас есть раздел «Помощь в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов». Там у нас выставлена информация и нормативная база для охотников. Угу. А есть ли какие-то ограничения, то есть по добыче, лицензия, насколько выдается? Естественно, у нас выдается лицензия, в которой написано количество добываемой дичи охотникам за день охоты. Включено в эту лицензию 12 охотничьих видов.
И по каждому виду у нас расписано, сколько можно добывать. Вот, допустим, вот белолобый гусь у нас основной вид охотничьей дичи, который у нас идет на зимнем пролете. Его допускается добывать 3 особи. Обычный вид кряква, который у нас достаточно часто встречается, можно добывать до 6 особей. Но охотники очень редко добывают такое количество. Вот я сам лично вот максимум 2 утки за одну охоту вот взял. Ну, все, что подстрелишь, все можно забрать домой, я так понимаю. Естественно. Единственное, что есть такое как бы неписанное правило охотников, то есть это, так скажем, охотничья этика. Если вы охотитесь коллективно, ну, то есть если у вас в лодке там двое, трое, вы добываете вот эту вот дичь, добываете вот эту вот утку, скидываете все в общую кучу, а потом делите. И кто больше настрелял, не факт, что он больше домой принесет. Здорово. Что ж, огромное спасибо вам за такую полезную беседу. Я думаю, всем охотникам было интересно. И в завершении нам бы хотелось услышать ваше пожелание для наших телезрителей. Ну, в такую прохладную осеннюю погоду сохраняйте хорошее солнечное настроение. Спасибо вам большое. Мы вам хотим подарить подарок. Да, Дима? Конечно, от наших спонсоров косметической компании Тианде. Прошу, пользуйтесь на здоровье. Спасибо большое. Даже для того, чтобы пойти на охоту, нужно как следует все подготовить и обдумать. Планировать свой день порой бывает затруднительно. Почему? Потому что как только что-то запланируешь, так сразу все начинает идти против тебя, и планы в итоге так и не реализуются. Может, ты просто не сверяешь их с гороскопом, ведь порой от звезд зависит, получится ли у тебя что-то сделать или нет. Ты думаешь в этом дело, да? Уверен, поэтому давай смотреть гороскоп. Давай. Овен. Многообещающий день, позволяющий легко и быстро добиться самых разных целей. Ваши идеи очень хороши, окружающие готовы признать это. Вы отлично справляетесь с профессиональными обязанностями. Телец. Вас ждет благоприятный день. Вероятно, получение важных известий, ценной информации, благодаря которой вы сможете неплохо заработать или быстро решить важные рабочие вопросы. Близнецы. Можно рассчитывать на удачу. Вам везет практически во всем. Судьба не скупится на подарки, а от вас требуется лишь одно – принимать их с благодарностью. Проблемы решатся сами собой. День в целом очень плодотворный. Рак. Будет много дел, хоть и не очень важных, но весьма утомительных. Трудно правильно распределить силы. Часто возникает суета и неразбериха, не лучшим образом влияющие на настроение. Лев. Чтобы избежать конфликтов, проявите терпение и деликатность. Старайтесь ни с кем не ссориться. Не пытайтесь решить проблемы в общении с близкими с помощью дорогих подарков или ярких поступков. От вас требуется нечто гораздо более серьезное. Дева. День будет удачным для тех, кто стремится к серьезным переменам в личной жизни и готов сделать шаг навстречу судьбе. Девы хорошо знают, чего хотят, и получают именно это. Возможно, незапланированные поездки, которые окажутся на удивление приятными. Весы. Из-за вашего желания принимать важные решения самостоятельно могут возникать конфликтные ситуации. Вы не следуете полученным советам, делайте то, что считаете нужным. Порой это приводит к серьезным затруднениям и проблемам. Скорпион. Появляется возможность достичь давно поставленной профессиональной цели. Не исключено, что перед вами откроются совершенно новые перспективы. Не теряйте уверенности в себе. У вас есть знания и деловые качества, необходимые для того, чтобы добиться успеха. Сегодня залог успеха стрельца в делах – это люди, которые его поддерживают. В одиночку стрелец не сделает и малой части того, что задумал, зато опираясь на единомышленников, способен перевыполнить план. Козерог. Благоприятный день для встреч, общения с друзьями, деловыми партнерами, свиданий, семейных праздников. Возможно, начало романтических историй. Только от вас зависит, насколько серьезными и продолжительными они будут. Водолей. Проявляя лидерские качества, вы сможете добиться больших успехов. Однако не следует думать, что это будет легко. Настраивайтесь на серьезную работу. Вечер обещает приятные сюрпризы. Рыбы. День приносит полезные знакомства и может быть связан с началом отношений, которые принесут серьезные перемены в вашу жизнь. Не стоит спешить с выводами и умозаключениями. Лучше понаблюдать за развитием ситуации.
Ну а сейчас у вас есть возможность выиграть пригласительный на двоих на симфонический концерт, который состоится 25 сентября в 15:00. Для того, чтобы выиграть билет, необходимо ответить на наш вопрос. По каким инструментам настраивается симфонический оркестр? Свои ответы отправляйте на тот же адрес utrosobaka.pgtrk.ru. Кто сделает это быстрее всех, тот и пойдет на концерт. Удачи! Удачи! Во время эксплуатации каждый автомобиль в обязательном порядке загрязняется, и мыть машину необходимо не только снаружи. Салон транспортного средства тоже необходимо периодически чистить. Касается это не только коврового покрытия и резиновых ковриков, но и обивки сидений, потолочного покрытия и обивки дверей. Химчистка салона автомобиля нужна не только для эстетического наслаждения, но и также для здоровья водителя и пассажиров. О том, как лучше подойти к этому вопросу, знает Василий Моисеенко. Специалисты говорят, качественная химчистка автомобиля – это долгий и недешевый процесс, зато очень важный, и относиться к нему нужно со всей серьезностью. Когда эта процедура обязательна, а когда можно обойтись простой чисткой в домашних условиях? Узнаем прямо сейчас. Химчистка салона, я думаю, нужна для того, чтобы человек, во-первых, дышал свежим воздухом. И бывают люди, которые полдня проводят в салонах автомобилей. Но у меня бывали случаи, что человек хотел продавать автомобиль, и для того, чтобы продать, он привозил автомобиль для химчистки салона. После того, как он приходил забирать автомобиль, он уже думал, продавать ему автомобиль или нет, потому что у него вопрос возникал, почему я не мог для себя почистить салон и ездить как человек? Салон дизельного автомобиля от бензинового можно отличить по потолку. У дизельных салон быстрее подвергается загрязнению. Сама химчистка в идеале должна производиться после зимы и может занимать от 1 до 2 дней. В нашей практике поняли, что сборка салона это сложнее, но качественный и конечный результат по химчистке. Также мы стараемся снять с автомобиля польное покрытие, потому что оно максимально загрязнено всегда. Его невозможно на месте почистить качественно. По своему опыту специалисты говорят, первыми подвергаются загрязнению водительское место и подлокотники. Что касаемо потолка, если вы заметили некое провисание, ничем обрабатывать его не стоит, поскольку следом он может полностью расклеиться. Тут помогут только специалисты в области перетягивания потолков. Если 15 лет назад мы выполняли химчистку салона нанесением раствора на поверхность и щеткой мы все это чистили, моющим пылесосом вытягивали, то в данное время уже новые технологии. Все это выполняет пневмопистолет, который выполняет три функции в одном. То есть нанесение, чистка и сразу же вытягивание грязных веществ. Специалисты советуют преобразование какого-нибудь пятна в салоне с тряпичным или велюровым покрытием воспользоваться простым стеклоочистителем. С кожаными салонами дела обстоят немного иначе. Если у вас что-то образовалось на кожаном покрытии или на пластиковом покрытии, то используйте молочко специальное для покрытий пластиковых для кожи. Желательно 1-2 раза в месяц по всей поверхности кожи проходить вот таким вот образом. Вы тем самым увлажняете кожу, она становится эластичная, не лопается, не высыхает. И когда вы используете салон, получается, что в трещины не попадает грязь, и в дальнейшем она не будет выглядеть плохо. Будьте внимательнее на дорогах, ни гвоздя, ни жезла вам. Наверное, самый актуальный вопрос на сегодня – это погода. Еще бы, я на днях так замерз, неожиданно было, вроде только вчера солнце пекло. Ты не один, с этой погодой не угадаешь. Ну, нужно, конечно, одеваться теплее, все-таки лето позади. Да, согласен, может оно еще вернется все-таки, хоть ненадолго, а? Это лучше узнать у нашего Митяги, да.
Довольно низкая температура пока будет удерживать свои позиции. Так, ближе к северной столице ночью всего 5-7, пока еще положительных градусов. Днем не больше 13. На юге ночью 6-8 выше нуля, днем 12-14 со знаком плюс. В целом ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Сила ветра покажется нам достаточно ощутимой – 7-10 метров в секунду, а направление его будет северо-западным. Атмосферное давление около нормы. По всей планете на этой неделе пройдет акция «Мы чистим мир». По этому поводу мы решили пригласить гостя, заместителя начальника инспекции надзора в сфере экологии и природопользования Службы государственного надзора Министерства юстиции Людмилу Васильевну Пилькову и узнать, что делать с осенней листвой. Доброе утро. Доброе утро, дорогие телезрители. Доброе утро, ведущие. Да, действительно, это в скором времени станет насущей проблемой, да? Наверняка у вас есть что сказать по этому поводу. Листва еще не вся опала, поэтому следует, как говорится, готовить сани в начале осени. Да, действительно, с приходом осени мы с вами все наблюдаем такую картину, как многие жители нашей республики начинают чистку своих домовых территорий, приусадебных участков, также в скверах, в парках начинаются всевозможные очистки от опавшей листвы и путем утилизации методом сжигания, что в данный момент это в принципе недопустимо. Что же такое листва? Все еще со школьной скамьи знают, что листва это своеобразно такой природный фильтр, который впитывает в себя всевозможные вещества от угарных газов в автотранспортных средствах, газов от предприятий. И после впитывания этих всех вредных веществ, при сжигании оно выбрасывается, они выбрасываются в атмосферу, тем самым нанося непоправимый вред нашему организму и здоровью нам, нашим родным, близким и самой матушке природе. Как поступать в таких случаях? Как можно утилизировать листья? Какие есть варианты? Ну, утилизации листьев много, конечно, способов нет. Это самый такой, те, кто имеет свои приусадебные участки, огороды, это прежде всего компостирование. Это, в свою очередь, в дальнейшем, после перегноя листвы, в дальнейшем будет очень хорошим удобрением для вашего урожая в дальнейшем. А так в населенных пунктах и в сельских местностях, и в городах, конечно же, существуют места для сбора этой опавшей листвы. Потом в дальнейшем эту листву передают специализирующим организациям, либо это спецавтохозяйство, либо по ЖКХ в селах и населенных местностях, и дальнейший вывоз на ТБО. Если вот свой приусадебный участок, можно ли листву сжигать? Нет, сжигание листвы запрещено. Это не только законом нашего государства, но и законами природы. Дело в том, что, вот смотрите, что происходит с листвой. При том, когда она впитала в себя вот то, о чем мы говорили, выхлопные газы, потом выбрасывается в атмосферу. При сжигании одной тонны листвы выбрасывается до 9 микрочастиц дыма. В этих микрочастицах дыма содержится и окисло азота, азота, углерода, бензопирена, углекислого газа. Поэтому это все пагубно может сказаться при вдыхании человека в организм. И в дальнейшем необратимы могут быть последствия. Также оно сказывается и на тех людей, которые уже страдают, имеют проблемы с легочной системой, у кого астмы, бронхиты, риниты. Также непосредственно может и сказаться очень пагубно на нервную систему. Вот смотрите, вот самая еще огромная проблема в том, что не только листва сжигается, но попадают еще дополнительно всевозможные твердые бытовые отходы. Те же самые шины, бутылки пластиковые, совершенно верно, полиэтиленовые пакеты. Только при сжигании одного полиэтиленового пакета выбрасывается до 70 веществ, химических веществ, вредных для организма человека. Также вместе с этим может быть попадать и отходы от деревообработки, тоже мебели. Вся мебель практически у нас сделана, пропитана формальдегидными смолами. При сжигании этой мебели тоже вполне возможно. Мебели, либо там другие отходы дерева, тоже
могут попадать в организм те же самые формальдегиды, фенолы, что тоже пагубно сказывается на нервную систему. Что, как правило, ждет нарушителей, тех, кто все-таки жжет листву, мусор возле дома на своих участках? Для граждан, которые в том числе и предприятия, организации, существуют меры административного наказания. Для физических, при сжигании листвы, также при сжигании стерни для граждан, физических лиц, наказание от 10 до 30 РОМЗП. Для должностных лиц от 30 до 50 РОМЗП, для индивидуальных предпринимателей от 100 до 200 РОМЗП, также на юридических лиц от 200 до 300 РОМЗП. Также вполне возможно даже приостановка деятельности в случае особо тяжкого вреда нанесения окружающей среде. Каждый на этой неделе может присоединиться и как минимум не жечь листву у себя дома, а собрать ее и вывести на полигон, да, где там утилизируют, естественно, все. Вам огромное спасибо за то, что зашли в гости, за такую познавательную беседу. И в завершении нашего разговора нам бы хотелось услышать ваши пожелания для наших телезрителей. Нашим телезрителям и вам хочется пожелать, конечно же, всем крепкого здоровья, подумать о том, какой след мы оставляем на себя, после себя на этой планете, и желательно, чтобы это был, конечно же, чистый след. Всем крепкого-крепкого здоровья, всего самого-самого лучшего. Спасибо вам большое еще раз. Мы хотим подарить вам подарок от нас, от наших спонсоров, косметической компании Тиандэ. Пользуйтесь на здоровье. Спасибо большое. Спасибо вам. Любовь к природе и чистоте нужно прививать детям с самого детства. Воспитание – это сложный и ответственный процесс. И здесь, как и везде, вполне возможно, что рано или поздно родители допускают различные ошибки, настаивают на своей правоте, но когда доказывается обратное, извиняться родители не спешат. Дети все это переживают очень болезненно и впоследствии сами не очень-то извиняются за свои действия. О том, как просить прощения у ребенка так, чтобы это пошло на пользу малышу и родителю, расскажет Яна Малос. Какие бы идеальные отношения не были у родителей с детьми, все же иногда взрослые бывают неправы. Но вот просить прощения за свои проступки не считают нужным. Многие боятся, что так потеряют свой авторитет перед малышом. Однако это грозит негативным влиянием на формирование личности ребенка. Он может вырасти ребенком эгоистичным, упрямым, конфликтным. Это все потом отразится в его дальнейшей жизни, во взрослой. И будет конфликт в социуме, то есть в обществе. Многие из нас думают, что извиниться перед ребенком – это выше наших возможностей. Вы не обратили внимания на малыша, когда тот просил вас о чем-то. Грубо ответили, не выполнили свое обещание. Не стесняйтесь извиниться, но делайте это правильно. Под каким-то эмоциональным напряжением вы накричали на него. Вы сорвались, после вы остыли и вам стало жалко своего ребенка, вы начинаете обнимать, либо говорить какие-то ласковые слова, или включите ему мультики, вы считаете, что вы так извинились. Этого недостаточно, но нужно тоже попросить у ребенка прощения. Вначале произнесите фразу «Прости меня, я была не права», а потом скажите, почему вы так сделали, назовите причину и пообещайте, что впредь так делать больше не будете. Не нужно задабривать ребенка подарками, что сегодня вы накричали, отшлепали его или наругали его, а завтра вы пошли и купили ему какой-то подарок. Нет, нужно общаться с ребенком, говорить ему, объяснять, потому что он с этого никаких выводов не сделает. Не стесняйтесь признавать свою вину и говорите об этом малышу. Только так вам удастся выстроить доверительные отношения. Как ты относишься к народной медицине? Скептически. А в то, что можно лечиться с помощью трав, ты веришь? Ну, скорее да, чем нет. В детстве я очень хорошо помню, как подорожник помогал заживать моим ободранным коленям. Ну, кроме подорожника, есть много других полезных лечебных трав. К примеру, иссоп. Что? Иссоп лекарственный. Ну, я не буду тебе о нем рассказывать. Пусть лучше это сделает Татьяна Аврамогла. Смотри.
Лето прошло и наступила осень, а это прекрасное время для сбора трав, которые пополнят домашнюю аптечку зимой. В Республиканском ботаническом саду уже много лет цветет красивое и редкое растение под названием иссоп. Родом оно из Средиземноморья, где на протяжении тысячи лет использовалось как лекарственное растение. Его используют для уменьшения потоотделения, как отхаркивающее средство и как спазмолитическое. Оно снимает спазмы желудочно-кишечного тракта и улучшает пищеварение. Оно очень интересно тем, что его можно использовать или принимать в виде чая для больных туберкулезом. Обычно больные туберкулезом, они очень сильно потеют, у них повышено потоотделение. И принимая вот это растение, можно таким образом уменьшить это и улучшить состояние больных. Иссоп – красивый маленький кустарник с великолепными фиолетовыми цветами. Кстати, именно их цветущая часть используется в лечебных целях. Еще это растение легко можно выращивать как на больших плантациях, так и в домашних условиях. Это растение является многолетним. Его можно возделывать на одном месте в течение десятка лет, 10 и даже 20. Но чаще всего его используют или выращивают на приусадебных участках. Кстати, пчелы очень любят иссоп. Он дает им много ароматного нектара и пыльцы. Мед из этого растения причисляется к одному из лучших. Уход очень простой. Просто освобождаешь от сорняков, полив пока что прижилось. А так можно и без полива. В нашем ботаническом саду иссоп лекарственный возделывается очень давно. Очень давно. Но мы его в этом году, у нас... Произвели мы пересадку многолетников на новое место. Многолетники были вот на этом участке, однолетники там. Сейчас мы поменяли, потому что уже очень долго они уже росли на одном месте. Все это необходимо делать, потому что растения стареют, а специалисты рекомендуют обновлять место посадки хотя бы раз в 10 лет. Тогда она будет чувствовать себя комфортно и действительно приносить пользу. Наручные часы давно стали ярким аксессуаром гардероба и являются признаком интеллектуальной направленности личности владельца и его социального статуса. Для занятого делового человека даже секунды могут иметь решающее значение. А копаться в собственном кармане в поисках айфона или другого чуда техники, дабы узнать который час, ну просто не солидно. Поэтому часы можно считать в некоторой степени роскошью, а их выбор схож с подбором подарка имениннику. О том, как правильно подойти к покупке, знает Арсений Декусар. Если устали от того, что приходится каждый раз, когда прохожие спрашивают вас, который час, тянуться в карман или сумку за телефоном, возможно, стоит подумать о приобретении наручных часов. Если подобрать их грамотно, то они отлично смогут подчеркнуть ваш стиль и стать незаменимым аксессуаром. Первое, что стоит запомнить, не нужно экономить, пытаясь вместо оригинальной модели купить реплику. Изысканные надписи Rolex и Patek Philippe на руках студента будут смотреться как минимум комично. Второе, не стоит покупать часы в интернете, несмотря на все заманчивые объявления. По картинке вы не можете проверить, что вы покупаете. Весь интернет забит заманчивыми предложениями купить швейцарские часы по очень доступной цене. Подделок масса. И, естественно, вас должна насторожить цена, но даже бывают очень алчные продавцы, которые могут продать вам подделку и по дорогой цене. И тоже надо обращать на это внимание, потому что вернуть обратно вы уже вряд ли сможете. К тому же нужно подобрать часы так, чтобы они комфортно лежали на руке, определиться с формой и посмотреть, как работают все функции. Дистанционно это сделать едва ли получится. Последние 5-10 лет очень модно крупные часы, большие. То есть, как бы, есть такая поговорка, чем больше человек, тем больше должны быть и часы, предмет такой. Но это неправильно. Во-первых, эти все формы круглые, большие, они на руке неудобно их носить, первое. Второе, сам ключик большой, головка переводная очень большая. При работе владелец этих часов руками шевелит, при этом часы влажные. И загоняется влага. По словам часового мастера, наиболее оптимальный выбор – часы круглой формы среднего размера. Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание – защита от влаги. Некоторые люди ошибочно полагают, что часы 30 метров, можно нырять на 30 метров.
Но когда они это проверяют на практике, они удивлены неприятно, потому что часы, на которых написано водонепроницаемость 30 метров, это статическое погружение. А на самом деле в бытовом значении это означает, что это брызгозащищенные часы. Вы можете попасть под дождь, помыть машину. Кратковременное нахождение часов в воде. Если на часах стоит отметка 100 метров, то на деле это означает, что не снимая их с руки, можно заниматься водными видами спорта, к примеру, плавать в бассейне. Но с характеристикой 200-300 метров уже можно погружаться с аквалангом, правда, не более чем на 2 часа. Тем, кому важно, чтобы часы показывали точное время, стоит обратить внимание на кварцевые часы, то есть с батарейкой. Ее продолжительность работы в среднем от 2 до 3 лет. Как правило, часы кварцевые лучше брать. Сейчас, на данный момент механика – это вещь сложная. По всем параметрам она уступает кварцевым. Механика менее точная, более капризная. Так же самое, если человек думает, ломается, ну механику заводишь себе и хватит на 100 лет. Нет, так же самое проходит пару лет, и в паспорте для часов так написано. Каждых пару лет, если часы ваши даже исправно ходят, для профилактики, для меньшего износа промыть, смазать обязательно. Люди, которые разбираются в часах, советуют иметь несколько пар. Одни для особых случаев, другие на каждый день. При этом не всегда нужно пытаться приобрести именно модели известных брендов. От этого может зависеть конечная цена. Швейцарских часов – это просто раскрученный бренд, я считаю. Японцы ничем не уступают. Просто если были бы только японские часы, такие как Ориент в 90-е, на них заработать мастеру вообще невозможно. Они мало стоят и надежные. А швейцарские – это уже поприличнее, попрестижнее, так скажем. И сразу же умножается на 2 или на 5 стоимость. То есть если Seiko Orient стоит, допустим, $50, швейцарский уже будет стоить там долларов 250. Если же помимо точного времени вам важно производить впечатление на окружающих, стоит слегка подкопить на настоящие швейцарские часы. Есть модели, приобретение которых не ударит по бюджету. При этом вы будете понимать, что не зря сделали такую покупку. Швейцарские часы у нас ассоциируются с качественными часами. И швейцарское правительство решило защитить своих производителей и проверяет производство и требует, чтобы надпись Swiss Made, которая на всех часов, произведенных в Швейцарии, находится, должны произведены быть в Швейцарии детали, и сборка производилась в Швейцарии. Итак, чтобы выбрать часы, которые будут служить вам верой и правдой не один год, стоит приобретать их в надежном месте, а не в магазине однодневки. Не нужно заказывать их в интернете. И стоит обратить внимание на защиту от влаги и не гнаться за низкой ценой. Помните поговорку про бесплатный сыр. Пускай ваши часы всегда показывают точное время. На каждой свадьбе атмосферу создают детали. Важным элементом, дополняющим женский образ, конечно же, является свадебный букет. Чтобы гармонировать с невестой во всем, жениху обязательно нужно иметь бутоньерку. Правда, не все они доживают до конца свадьбы. Как правило, после крепких объятий цветы приминаются, и бутоньерка теряет первоначальный вид. Поэтому с ними нужно поаккуратнее. Я, кстати, разузнал, как они делаются, и предлагаю тебе и телезрителям посмотреть мой сюжет. Интересно. И красивенькие. Осень у нас пора свадеб. Невесты у нас заказывают очень много свадебных букетов. И главный аксессуар к свадебным букетам – это бутоньерки жениха. Бывают еще бутоньерки подружкам невесты, свидетелям и так далее. Будем показывать, как собирать мужскую бутоньерку жениху. У нас есть крепление пластиковое с булавкой, которое крепится на одежду жениха, на рубашку и так далее, на жилетку, возможно. Берем ее, крепим основную зелень. Должна быть жесткая, очень живучая зелень, чтобы защищала цветы. Крепим мы тейп-лентой, специальная для флористики лента, которая удерживает влагу. Чтобы правильно фиксировать, надо зафиксировать хорошо пальцем и натянуть. Она таким способом клеится на нашу зелень и на цветы. Как считалось ранее, романтический смысл бутоньерки состоит в том, что она как бы представляет собой несколько цветов, выпавших из букета невесты, которые жених поднял и прижал к сердцу. Поэтому обычно она изготавливается из цветов, имеющихся в свадебном букете. Особенно романтично выглядят бутоньерки, имитирующие в миниатюре букет невесты. Но иногда бутоньерка отличается от букета. Это происходит в том случае, если жених хочет подчеркнуть стиль собственного наряда. Завершающий этап в работе с бутоньеркой – это будет фиксация ленты на ножку бутоньерки. У нас сегодня бутоньерка белая,
целом с зеленью, и будет лента белая, тоже атласная. Вот и все, бутонерка наша готова. Удаляем паутину от клея, чтобы она была идеальной. Обычно свадебный букет для невесты и бутоньерку для жениха заказывают у одного флориста, а он советует, что лучше выбрать, исходя из общего стиля наряда жениха, а также вкусов и предпочтений его будущей жены. Одним больше нравятся роскошные бутоньерки из роз, гвоздик, хризантем, другим — скромные букетики фиалок, анютиных глазок, ромашек. Какой бы вариант бутоньерки не выбрала бы невеста для будущего супруга, определяющим все равно будет являться чувство, возникающее у нее в сердце при виде этого крошечного мини-букетика на широкой груди возлюбленного. В Приднестровье каждая свадьба, как правило, не похожа на другую. Во-первых, традиции у всех разные. Во-вторых, всегда нужно быть готовым к тому, что все пойдет не по плану. Вот ты на какой свадьбе хотел бы побывать? Русской, молдавской или украинской? Я бы на молдавской погулял. А что, есть предложение? Нет, есть сюжет, но не о молдавской, а о болгарской свадьбе. Мне всегда было интересно узнать, какие у этого народа существуют свадебные традиции. Ну тогда смотри. Идет за невестой, да так, чтобы все село слышало. Так начинается болгарская свадьба. Все как 50, 100 и даже 200 лет назад. Я еще пацаном был, вот на таких свадьбах играл. Было попроще, конечно. Все в сапогах ходили. Даже пацаны босиком за невестой бегали. Собиралось все село смотреть на молодоженов. Все женщины, мужчины. А, там свадьба, бежим туда. Там свадьба, бежим туда. И смотрели на невесту, на жениха. Смотрели, что дарили родители. Тогда еще дарили. На подводах проезжали, там подушки, сундук. В давние времена болгарскую свадьбу играли целую неделю. Сейчас, конечно, от этого правила давно отошли. Но многие традиции соблюдают и на свадьбах современных. Вестик, вы красивая китка. Давайте вы на нас так и купите. А мы как стажу чини? А пак колку здавате? 5 рублей давам. Нет. А ми давай за 35, повичинем. 40. Ой, ты ми вадиш моя заничка, заначка. А еще невеста по-прежнему кидает жениху яблоко, как символ любви. Съесть его молодожены должны обязательно вместе. Осталось, конечно, куми, кума, которые приходят. Они главными являются гостями, посаженными родителями, вторыми родителями для жениха и невесты. Они как бы на всю жизнь почитают этих людей, эти кумовья должны помогать родителям, потому что новая семья, они какой-то как бы фундамент какой-то вкладывают и помогают в начале новой супружеской жизни. Кумовья дарят молодоженам богатые подарки. Такой дар называется мисал. Примите дырувети, влагайте вас, сидите, сядьте, жду нам стол. Здесь все для того, чтобы стол в новой семье всегда был полон вкусных угощений. Вообще все свадебные традиции направлены на то, чтобы семья не знала бедности. Жених и невеста, кумовья и гости – все это жители села Паркана и участники коллектива «Другари». Ребята не только выступают с народными болгарскими песнями и танцами, но и воссоздают древние традиции и обряды. Я родилась в селе, являюсь болгаркой, и для меня очень важно. И я когда-то много лет назад поняла, что если мы не начнем хранить традиции, накоплять их сначала, потом хранить и показывать, то они просто уйдут. И ребята откликнулись на это, и мы по чуть-чуть стали какие-то постановки делать. Когда ты в этом участвуешь, оно лучше запоминается, и потом я надеюсь, что они своим детям смогут передать это, и наша болгарская культура сохранится. Когда у меня будет свадьба, я думаю, что я сыграю действительно хоть маленький кусочек ради уважения к тому, что я живу в селе, ну вот в болгарском селе. Настало время подарков. И у нас снова розыгрыш от кофейни «Арабика». Сейчас у вас есть возможность выиграть наш сертификат. Для того, чтобы получить этот приз, необходимо ответить на наш вопрос. Свои ответы присылайте на адрес utrosobaka@pgtrk.ru. Кто сделает это быстрее всех и получит наш приз. Будьте внимательны и удачи!
С какого года во Франции должен вступить в силу запрет на использование одноразовой посуды? Нам пора с вами прощаться, потому что наша программа подошла к концу. Но совсем ненадолго, до завтра. Ну а пока нам остается пожелать вам хорошего настроения. И легкого позитивного дня. С вами это утро. Встречали Дмитрий Доброхотов. И Екатерина Орлова. До скорого. Пока.